Донбасс будет освобожден путем дипломатии и экономических реформ, а не ценой жизни тысяч украинцев. Об этом сегодня в Остроге заявил генпрокурор, где он встречался со студентами Острожской академии. Юрий Луценко также сообщил, что уже на следующей неделе планирует подписать и внести в Верховную Раду представление на 3 депутатов о снятии с них неприкосновенности. Правда, имен не назвал. Не стал обнародовать и фамилии военных, которые передавали Надежде Савченко оружие для совершения теракта в центре Киева. Рассказал только, что это полковники и их личности установлены. Поделился Юрий Луценко также успехами в борьбе с коррупцией. Мы затримали близко 9,5 тисяч хабарників по всей Украине. Это понад 50 працівників районных и областных державных администраций, например. И никакая их приналежність до правлячих партий не заважає тому, що вони опиняться на лаві підсудних. Це люди, які грабують кожен день наше населення, які кожен день зустрічають просту людину в облгазі, в земельному управлінні, у водному фонді, у санітарній інспекції. За минулий рік, вперше в історії України, ми дали 1700 вироків по корупції.